представлял Россию в престижном разделе «Панорама». Офицер и сержант сопровождают в расположении части сбежавшего дезертира. Проездом они оказываются в Москве, которая, как и положено столице, является городом и контрастов, и много чего еще. Удостоверение личности предъяви, капитан. Нет, я не понял. Документы, говорю, сюда. Встать. На! Деньги мои сюда! Как узнаешь, где твои? Мои подписаны. Режиссер Алексей Мизгирев уже прославился и тем, что его предыдущие фильмы, в первую очередь «Бубен-барабан», получили несколько серьезных фестивальных призов, и тем, что удостоился жесткой критики с высокой думской трибуны. Оттуда разглядели в работах Мизгирева очернение нашей действительности. Вряд ли представленный в Берлине конвой покажется кому-то более светлой историей. В этом нет желания рисовать одной черной краской, но... Потому что для меня это не история про Россию, не история про Москву, для меня это история про человека. И все, что есть черного, это внутри человеческих взаимоотношений, а не вне национальности. И мне бы не хотелось, чтобы эту картину воспринимали, я не знаю, как фильм об армии или там как фильм о милиции. Он про цену человеческой жизни сейчас, про цену человека. Жалко вам себя, товарищ капитан. А признаться стрёмно. Всегда так бывает, когда я виноват. Поэтому пугаете всех вокруг, грызете настоящий бычий глаз. На вокзале. Чего не сбежал? Жалко стало. Это кино, которое нас интересует, которое, с одной стороны, конечно, очень сильно связано с страной, из которой она идет, но, с другой стороны, так сделано, что она понятна, внятна на международном уровне, и на это можно как бы рефлектировать международная публика. Нам нужно всегда иметь в виду, что у нас так много зрителей всего мира, что мы очень рады, если мы смотрим картины, если мы можем показать картины, которые, с одной стороны, именно типично русские, российские, с другой стороны, понятны международному зрителю. Завтра московского документалиста Андрея Грязева собирал в Берлине аншлаги. Он представлял Россию в разделе «Форум». Там собраны картины молодого и, как правило, радикального кино. В данном случае куда уж радикальнее. Грязев снял картину об арт-группе «Война». Их скандально знаменитые акции, например, гигантское изображение фаллоса на Литейном мосту в Петербурге, одни числят по разряду современного концептуального искусства, другие по разряду серьезных правонарушений. Мама? Мама тут. С титями. Тити здесь. Бамба. Бамба? Бамба, не знаю где. Бамба. Бабам? Папа. Папы нет. Няня? Я тоже. Папа. Папа в тюрьме. Да? Да. Андрей Грязев пришел в документалистику из спорта. Он профессионально занимался фигурным катанием, танцами на льду. Участвовал в международных соревнованиях, работал в труппе Игоря Бобрина. Завтра третья полнометражная картина Грязева. Две предыдущие принесли ему множество фестивальных наград и репутацию мастера-одиночки. Он не только режиссер, он и оператор, и монтажер, и даже продюсер собственных фильмов. Бюджеты у Грязева уникальные. Например, на картину «Завтра» потрачено 60 тысяч рублей. Это цена билетов между Москвой и Санкт-Петербургом. Именно в этих городах Грязев в течение полутора лет снимал жизнь и творчество группы «Война». Такой взгляд со стороны, все-таки снято все изнутри, но взгляд он все равно показан со стороны, чтобы абсолютно каждый человек принимал решение, чтобы были те, кому фильм не понравился, и были те, кому фильм понравился, чтобы между этими людьми были дискуссии. Дискуссии были жаркими.
Одни упрекали Грязева в том, что группа «Война» показана тут без присущей брутальности. Другие не могли согласиться с тем, что автор не дает никаких оценок своим героям, их странным, по общепринятым меркам поступкам. Когда, например, они воруют продукты в магазине, или вот как сейчас, устраивая переворот милицейской машины, в качестве прикрытия используют собственного ребенка. Все эти вещи она может продать на avito.ru уже сегодня. А сколько стоит ваш беспорядок? Узнайте на avito.ru. Небольшие поражения кожи.